Всей братве салам, остальным соболезны, на связи Цезарь. Замутил для вас новый ролик с файтами и фан-моментами. Для участия в конкурсе на 100к вам нужно поставить лайк, написать комментарий, подписаться на канал и поставить колокольчик. Прошлый победитель у вас на экране. Играя на сервере Majestic RP3, вводите мой промокод Цезарь на всех серверах и получайте крутые бонусы. В описании находится наш дискорд, в котором можете найти крутые моды, поучаствовать в конкурсах и так далее. Ссылка в описании. Всем приятного просмотра. Здравствуйте, ребята. Такого запросика вообще к вам. Ну, у нас союз, типа, знаете, типа, ну, берзло. Вообще, бронежилетики там, ну, можно хотя бы один, типа, ну, так сказать, фракция заморожена. Ну, или купить там, да. А, пройдите, пожалуйста, вон туда, там. Здравствуйте, ребята, вообще такой-то вопросик-то. Вот, бронежилеты можно купить? Нет, вообще, ну, или, да, нет, там. Нет, мы итальянцы. У нас союз, союз у нас тут. Ну, вообще, можно как-нибудь? Нет такого? Вы откуда здесь? Вы из Берзлой? Берзлой, да. Да, да. Банхаммер. Это тоже Банхаммер. Сейчас сними маску. Это Бразил. А, понял. Могу вам 4 просто. Ну да, да, нормально. На, вам по 2 берите. Он, наверное, в ахуе там все сидит. Все, спасибо, все, ребята. Ну, то есть, уважаемую аудиторию, правильно? Фамилию, блядь, увидел. Имя. Ой-ой-ой-ой-ой, нет, что тут плохо. Аномалия. Че делаешь, долбоё? Да убьем его. Ну, давай убьем его. А, блядь. Ну, лол, блядь, все, пизда нахуй. Умрёт сейчас, блядь. Сука, блядь! Бомж нищий, что ты нахуй хочешь, что уебище ёбаное, блядь, фу. Они спереди, да хуя слышишь, блоссов? Повезло, повезло. Долбоёб. Нахуй ты тупой. Ладно, сафу. Умер. Сзади, сзади. Ну мне пизда, я умер. Тоже ваш метод. Ну блять, фу, меня дебэшит, уебище, блять. Ёж? Ну блять, я ему даю хит, он не сдыхает, что за мусор ебаный? Я не знаю, меня он долбоёт, дебэшит, фу нахуй. Ебать он мерзкий, фу блять. Какой там, ну давай короче, я видел Ньюс. Маленький школьник, блять, иди нахуй, подай. Ну пошли со мной, увидел Ньюс. Подбери, блять, ебанан, какой визу Ньюс. Пронёс бодикамеру и заснял проститутку. Поехали, пошли в Визл Ньюс, Богдан. Такой Визл Ньюс, поехали, блядь, людей убивать, долбоёб. Сейчас, мы тебе контент делаем, поехали. Какой вопросик-то вообще? А вы, ну, сотрудник Визл Ньюс правильно понимал вообще, да? Вообще правильно понимал. А вообще можно подать объявление? Типа, я хочу найти себя. Кого-то. Можно, нет? Нет. Почему? Нельзя такие объявления подавать. В смысле, ну, окей, мальчик хочет девочку, что в этом такого? Подожди. В этом ничего такого, но подавать такие объявления нам нельзя. А почему нельзя? Я ебу. Там уже вопрос. Пошли утащим, блядь, дальше. Ответ, ответ хороший. Я ебу. Опа! Эй, девочка, сосочка, познакомиться не хочешь? Видите себя такой, пожалуйста. Здравствуйте, мы пришли по важному вопросу, нам нужно подать объявление. Очень серьезно. Хули ты убегаешь-то, блядь? Ты можешь постоять на месте. Материтесь и я так себя ведите. Тихо! Пожалуйста, можете послушать меня? Я не буду больше материть. Такой вопросик-то вообще, объявление можно подать? Какое? Девочку еще. Такое нельзя. А что, можно? Ну, а что еще хотите? Ну мы оружие продаем, людей убиваем за деньги. Ну, такое подавать нельзя. А людей можно продавать в багажнике? Нет. А детей? Нет. А наркотики? Дети не люди, что ли? Ну я не ребенок уже, вот паспорт мой, посмотрите, мне сколько лет. Вы бы в поле не хотели сняться. Что? Серьезный вопрос. Тихо, да, у нас тут ответ, что не адекватно. Вопрос, вы бы не хотели в порно сняться? Нет. Да стойте, можно, нет, стой, можно, пожалуйста, как-нибудь вообще мне девочку найти? Я очень девочку хочу, я не знаю. Скажите, пожалуйста. Нашему другу, ему 14. Ребят, по объявлениям никого не ищут. А кого ищут, блядь? Где искать? А так подожди, он не без броник. Ну не без броника, слышишь? Ну сейчас, блядь, без броников устроил. Их надо одеть, слышь, надо одеть его. Не одевают броники. Я видел? Право, 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 без... Без двух хитов. Еще хит дал. Еще хидал, убил от... ОПГ Банхаммер, сука, работает, блядь. Как же вы отсосали смачно, хуй. Они без броников, долбоёб. Ха, я с броником, да? Нихуя себе!
Мы на Урусе хуярим с Богданом, блядь. Ага. Какой Урус, ко мне сядьте. На Урусе. Богдан, не сядьте, кстати, патрон дам на этот. На Ревик. Цезарь, ряд урод ебал. Цезарь, да ты болгарик. Лам, бросай, короче. Слышь, я ему сейчас этот, пойду, бля, бак регуляра заправлю самого дешевого. Лох, лох, блядь, лох ебаный. Братуха, я тебя не хочу огорчать, но сейчас вот бак регуляра у тебя вот в Урусе ебанат. Можешь уже типа себе ехать детали чинить, ебанашка малолетняя. Ты че взорвать, прикинь? Зачем взрывать-то? Слышь, реально регулярку ему ебани, чтобы у нас все поломалось. У него в баке нахуй 10 литров, я ему сейчас полный бак регуляра ебану. Быстрее, пока он не ухнулся, хуер. Не, а ты знаешь, что прикол? Если ее взрывать, там портится двигатель, я у ЭСКО спрошу. Ну так, сейчас еще взорвем. Еще взорвем. Полный бак залил, ебать. А сколько у него было? У него было 13 литров, я ему ебанул 70. А, так все, ну пизда у него нахуй машине, блядь. А ебать, Урусы чинить нахуя, мне кажется, не? А он стоит 50 тысяч мажете коинов. Да взорви его, Богдан, нахуй. Не, нахуй. Хочешь, я взорву? Не, хочешь, я реально взорву. Да я взорву, я взорву. Мне минуту лежать, слышите, берите. Ты долбоёб, я выпрыгну просто под этим. Не, хуйня, иди. Да. Она так да не взорвётся, забагается, дай мне. Короче, смотри. Так он её заглушил, он долбоёб, забудь. А, да, банан. Так она глушит автоматически, алло. Да, она глушит. Блядь, Куэй, а я на кого подал, на миксов? Нормально лирики пишем, Богдан, неплохо. Долбоёб.